Всем привет! Это называется Тороповское водохранилище. Здесь из-за обильных осадков произошло такое наполнение и произошел прорыв плотины земляной. Вот видите, тут места отдыха, их затопило. К самой плотине попасть проблематично, там все оцеплено, но мы попробуем. Ну, в крайнем случае, с воздуха мы посмотрим это все. В ночь 17 на 18 июня вот в районе Севастополя, и не только Севастополя, и Ялты, тоже южного берега, выпало огромное количество осадков. И получается, что произошло переполнение Тороповского водохранилища. Водосброс не справился, то есть пропускной способности его оказалось недостаточно. Произошел перелив через земляную плотину, собственно, ее размыло. И вода устремилась дальше, вниз, там, вниз по течению Лесное озеро и дальше Госфортовское озеро.
Вот мы переместились на лесное озеро, это ниже по течению, речки Сухая находится. Вот тут следы, видны перелива через плотину земляную. И мы видим, что продолжается сброс воды, но уже, конечно, он не такой мощный, как был изначально. Часть этой воды попадет в Госфортовское озеро и, соответственно, Черную речку.